Шторм на Алтае не утихает. Сейчас в крае закрыто уже 5 трасс. Алейск, Петропавловская, Смоленская, Змеиногорск, Рубцовск, Бийск, граница Республики Алтай. Также перекрыты автодороги Алейск-Черюшская и Шипунова-Курья. По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение в крае сохранится в ближайшие 2 дня. Снег, метели, усиление ветра до 27 метров в секунду. На дорогах гололедица и снежные заносы. Кроме того, уверяют синоптики, в регион идет существенное похолодание. Уже сегодня ночью температура упадет до 25-30 градусов мороза, а завтра днем будет от 14 до 19. По северо-западу до -25. Коммунальную аварию на улице Ядринцева в Барнауле полностью устранили. Напомню, сегодня днем из-за порыва на трубе вода вышла на поверхность и залила несколько дворов. В 8 многоэтажных домах было отключено водоснабжение. Сейчас его уже восстановили сотрудники Барнаульского водоканала. Ремонтные работы по устранению повреждений на водопроводе были завершены 15 часов. Водоснабжение жилых домов и одного административного здания восстановлено.